Всем привет, народ! Вы, как всегда, на моих YouTube-каналах. Сегодня поговорим о новом способе зарабатывания. Это есть копилочка на монете от блокчейна. То есть мы можем понимать, что на блокчейн администрация не имеет доступа, и мы можем здесь хорошо заработать. Сразу перед видео я, как всегда, предупреждаю всех о рисках в инвестициях. И напоминаю, что риски везде всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю, просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю, где можно заработать. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Не забываем писать свои комментарии, подписываться на оба моих канала. Первый канал — это Мегабабки, второй канал — это Bitcoin Leader TV от Мегабабок. Ссылочки в описании. Поговорим сегодня о проекте, называется проект у нас AffilCoin. Проект реально очень стоящий. О нем сейчас мало кто говорит, но о нем будут говорить, потому что этот проект будет бомбить интернет. В 2020 году он будет захватывать, просто захватывать все мировые возможности для того, чтобы вы, они, конечно же, мы зарабатывали деньги. Да? То есть я сейчас хочу вам рассказать преимущества этого проекта. Как мы видим, есть наши сервисы, да. Проект работает, проект уже выплачивает средства, проект работает с большинством партнеров. Об этом я расскажу также чуть-чуть поподробнее попозже. Статистика проекта, как видите, да, здесь присутствуют новости проекта. Как мы видим, здесь есть партнеры. Партнеры здесь есть и обменники, и CoinBit. Кто не знает, что такое CoinBit, это биржа, которая сейчас захватывает рынок биржи, и он хочет стать новым трендом, то есть не Binance, а CoinBit будет топовым, да, то есть они хотят стать первее Binance. Ну, значит, это все очень-очень серьезно, и в этом проекте вы можете хорошо заработать. Давайте мы опустимся ниже, готовы начать, да, и здесь мы можем видеть соцсети администрации для связи с ними, да, партнеры. Давайте зайдем в партнеры. В партнерах мы можем видеть те партнеры, которые работают с этим проектом. На любой можно тыкнуть, да, давайте зайдем, например, на обменник, и спокойненько можем посмотреть, что из себя представляет этот обменник. Обменник вы можете пополнять средства, да, то есть как это делается. То есть если вы хотите купить AffilCoin, вы выбираете получить AffilCoin, отдаете вы, к примеру, там биткоин, любую монету, да, Perfect Money, то есть любой кошелек, можно с карты пополнить, то есть без разницы, да, вот, к примеру, Банк Украины вы спокойненько пополняете. Выбрали, ввели данные, ввели свой счет, вводите email, телефон, нажимаете далее, проплачиваете, и монетки вам попадают на ваш счет. Но это не единственный момент, можно пополнить, можно и использовать XMIX, да, точнее XMIRAX. Здесь также вы можете отдавать, да, как видите, отдаете, получаете. Можно выбрать там приват, получить коин, да, и также все по обменнику вы выбираете сумму, сколько вы получаете и тому подобное. Что мне нравится в этой монете AffilCoin? Монета держится на одном уровне. То есть при падении любой криптовалюты, да, то есть сейчас там валятся рынки, биткоин падает, монета держится. И монета держится в уровне 1 доллара. То есть это реально стабильный способ заработать хорошо денег. Держатели, да, то есть мы можем зайти в держатели. Здесь полностью прописывается, что из себя представляет, какие минтинг, что это такое. Вы инвестируете деньги, да, то есть вы хотите зарабатывать на своих деньгах, чтобы они не лежали просто, а приносили вам какой-либо доход. И здесь описывается, сколько вы будете зарабатывать в день, инвестируя от одной монеты до 99, да, от 100 до 999 и так далее. Проценты небольшие, но вы должны понимать, что это способ, который будет вам приносить от 8% ежемесячно. В банке вы будете зарабатывать ежегодно 8%. А здесь 8% ежемесячно. Реально способство того, что здесь можно хорошо зарабатывать. И на долгосрочной основе также можно хорошо подзаработать. Партнерская программа также здесь присутствует. Здесь очень много вариантов зарабатывать. Очень хорошие способы. Как и по партнерке, так и по инвестированию.
Давайте зайдем в регистрацию. В первую очередь, для того, чтобы начать здесь использовать этот кошелек, вам нужно зарегистрироваться. Вводим вашу электронную почту, пароль, подтверждаете пароль. Реферальный код будет, если вы прошли по ссылочке внизу в прикрепленном комментарии. Нажимаете на вот эту точечку, проходится капча, да, как видите, как в Binance. То есть вы выбираете и спокойненько подтверждаете, да. То есть вот так вот это все делается. Попали в пазы, все, вы подтверждаете. Создаем мой кошелек. Все. Для того, чтобы создать кошелек, вам нужно будет перейти на почту и подтвердить вашу почту. То есть перейти по ссылке, которая придет вам после регистрации. После чего вы можете уже входить в свой личный кабинет, введя электронную почту и пароль. Попадя в свой личный кабинет, нажимаем «Войти». Здесь вы уже, конечно же, можете инвестировать. Как это делается? Как видите, проект переведен на несколько языков. Есть английский язык, также есть и русский. Давайте мы сейчас его и включим. Есть русский, китайский, видите, и испанский, я так понимаю. Выбираем русский. Сейчас у меня интернет немножко подвисает, загрузится, и мы продолжим. Выбрали мы русский язык. Открываем панелечку. И здесь мы можем видеть ваш дашбаф, кошелек, сообщество и настройки. В настройках вы, конечно же, можете поменять свои пароли, да, то есть указать email и тому подобное. Установить двухфакторную аутентификацию. Советую, конечно, ее подключить. Я подключу уже после видео. И утверждение по электронной почте. Кошельки. Кошелька — это то, что вам нужно. Первое — это отправить. То есть вы можете переводить любому пользователю, к примеру, своему другу монету. То есть рассчитываться с ним. К примеру, вы решили другу дать там $10. Вы можете отправить эту монету и спокойненько вы с ним рассчитаетесь. Нажимаете отправить, открывается окошечко, вводите кошелек, на который вы отправляете, сумму отправки и нажимаете отправить. Все, деньги будут отправлены. Второй способ, конечно же, вывод средств. Тоже вы отправляете через биржу. Как это делается, я также покажу чуть-чуть попозже. Запрос. Запрос — это пополнение счета. То есть для того, чтобы пополнить вам счет, вам нужно зайти в запрос, скопировать ваш кошелек. Зайдя на биржу, давайте мы зайдем на любую биржу. К примеру, это будет Exmirial, без разницы. У вас есть ваш личный кошелек, вы уже, конечно же, отдаете и получаете, к примеру, тот же самый биткоин. После чего открывается панель отправки. Здесь вы уже можете, конечно, указать сумму, которую вы отправляете в монетах. С кошелька, которого вы отправляете, да, у меня не скопировалось. Сейчас мы зайдем еще раз, скопируем. Скопировали. Зашли. Вот обменник. Вот так вот. Вводите свой кошелек биткоина, нажимаете сумму и выводите. Как видите, стоимость одной монеты равняется $1. Курс на данный момент держится на одном уровне. Почему? Потому что сейчас держится для того, чтобы падение всех криптовалют и тому подобное не влияло на монету. Но, конечно же, в будущем монета будет расти, и нам будет достаточно больше доходность. Не $1, а, к примеру, там 10. Возможно, конечно, и 100. Но это уже как будет развитие проекта идти далее. После чего есть еще мининг. Это способ для инвестирования. То есть, после того, как вы пополнили свой счет, пополнить вы также сможете без каких-либо проблем через любую биржу, также через биржу Coinbit, да, можно через любую биржу пополняться, это не имеет значения. Я, например, использовал обменник. То есть вы выбираете тот способ, который вам удобнее проплачивать, выбираете кошелек, делаете транзакцию и переводите средства на ваш счет. После чего вы, конечно же, можете уже инвестировать. Как инвестировать? Заходим в Минг. После чего мы должны указать сумму инвестирования. Как видите, у меня сейчас майнится 5 монеточек. Хочу еще закинуть туда немного. Зайду еще на 5 монет. Это будет ровно $10. Я хочу посмотреть, сколько за 2-3 дня мы заработаем с $10.
Давайте нажмем делегировать. И, конечно же, 10 монет мне отправились на счет. При этом вы можете вывести в любой момент свои деньги. То есть, для того, чтобы вывести деньги с митинга, да, вы нажимаете вывести, вводите сумму, вот сюда, 10 монет. Нажимаете вывести, и деньги будут выведены. Вот это делаю я сейчас прямо под видео. Как видите, счетчик остановился. И также деньги мне обратно пришли на кошелек. Но я, конечно же, хочу проверить. Потому мы делаем обратно 10 монет назад. И они спокойненько нам приносят доход. С 10 монет я хочу проверить, сколько будет. Если будет доход очень хороший, а я, конечно же, надеюсь на это, то мы сможем очень достаточно хорошо зарабатывать на этих способах. Также, что здесь еще есть? Здесь есть презентация проекта, да, есть дорожная карта. Как мы видим, проект будет развиваться, и в 2020 году он хочет реально развиваться. То есть вы можете перевести все на русский язык, так скопировал, да, и перевести, если вам это будет очень интересно, если вы не понимаете по-английски. Я, конечно же, понимаю, мне удобнее, конечно же, прочитать просто и понять, о чем идет речь. Также я оставлю ссылочку в описании, есть презентация на проект. Ссылочка будет внизу, здесь полностью о компании, да, криптовалютный рынок, о монете. То есть все детально, подробно рассказывается, какие хотят они планы достичь и тому подобное. Ссылочка будет в прикрепленном комментарии. Не забываем пройти, прочитать, если вам, конечно же, интересен хороший заработок на хорошей монете. Без каких-либо напрягов и рисков. Риски, да, риски. По рискам, что хотел бы вам сказать по рискам? Риски, конечно же, везде всегда присутствуют. Мы о них, конечно, не должны забывать. Но при этом вы должны понимать, что в этой монете есть способ, вы всегда в любой момент можете вывести. Это дает большой шанс и большой путь для того, чтобы зарабатывать с этой монеты. Ссылочка на проект будет внизу в прикрепленном комментарии. Не забываем ставить свои лайки, подписываться на каналы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.